Восьмилетний мальчик пропал в Сокольском районе. По данным Следственного комитета, ребенок должен был гулять возле дома, но в 15:30 мама ребенка его возле дома не увидела и отправилась на поиски. Самостоятельный розыск не принес плодов. Родители обратились в полицию. По словам очевидцев, ребенка видели около 10 часов вечера в другом районе Сокола. Приметы: на вид 8 лет, нормального телосложения, рост около 140-150 сантиметров, волосы темно-русые, в уголке рта имеется герпес, простуда. На руке имеется шрам от укуса собаки, заикается. Был одет: шапка черная с серыми вставками, белыми полосами, с логотипом и надписью «Adidas», куртка темно-синяя с капюшоном и мехом, синие джинсы, сапоги дутые черного цвета с надписью «Adidas». Всем, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Приготовление еды стало причиной возгорания автомобиля. Пожар произошел на парковке улицы 50-летия Октября. Пожарные установили, что горит кабина грузового автомобиля марки «Volvo» с полуприцепом. В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка салона по всей площади. Повреждено подкапотное пространство, лакокрасочное покрытие кабины, передний бампер, лобовое стекло. Пострадал 53-летний водитель, которого госпитализировали в ожоговое отделение медсанчасти «Северсталь» с диагнозом ожоги 1-4 степени правой нижней конечности и тела 10%. Причина пожара – нарушение техники безопасности при приготовлении пищи на газовой горелке водителем транспортного средства. Женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора, сбил водитель в Череповце. Авария произошла на улице Мира накануне. Пешеход с диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника была доставлена в больницу.